Итак, мы попали сегодня с мужем в emergency room. Это emergency room, это госпиталь. Как это перевести, когда его укусила собака соседская опять сегодня. Сосед наш придурочный, с которым он постоянно ругался. Close the door. Just close the door. Он, этот сосед, сегодня позвал моего мужа. Окей. Он позвал Дугласа, говорит, давай уже с тобой мириться, хватит ругаться. И протягивает им руку через забор. У нас наши дворы разделяет забор. И вот Дуглас протянул ему руку, и в этот момент его собака питбулевская, придурочная, она цапанула его за руку. Вот прямо сюда. И разорвала аж до этого. Порвала даже не связки, а мускулы. Как это сказать? Кожу и внутри все. Там все вывернуто было. Караул. И вот мы приехали сюда сегодня. Мы тут около часа мы просидели, ждали, пока нас в emergency room. Я избегалась, я говорю, давайте уже быстрее, что же человек с такой рваной раной. Ну вот все-таки, вот час мы ждали в этой emergency. Ну, вот, собственно, бегунки. Вот такие вот комнатки здесь в emergency room. Все, пока-пока.